Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот какао-напиток Чукка. Здесь есть витамины В1, В2, В6, В9, ПП, даже плюс фосфор и железо, без ГМО. Такой чудо-напиток. Так, делается он, даже можно, оказывается, холодное молоко добавить. У меня как раз чуть теплое уже остыло. Так, 130 грамм здесь. Так, здоровое питание здесь написано. Так, тут тоже здоровое питание написано. Тут даже, смотрите, нарисован. А, так, так вам видно. Стаканчик стеклянный, то есть вот самый обыкновенный, который заливается тепленькое молочко. То есть не обязательно пить из своей большой кружки. Или ждать, пока там остынет. Так. Давайте посмотрим состав. Вот он у нас. Состав. Здесь состав и на русском должно быть. Половина на русском, короче, половина на каком-то там. Как-то вот так. Секунд 10 и готов. Не то, что там несколько и кто-то еще. Так, давайте здесь посмотрим. Дата изготовления. Так, изготовитель. Здесь белки, способ приготовления. Ну, видимо, это не наш напиток, наверное. А все-таки привезен, наверное, откуда-то. Раз тут половина на русском, половина не пойми на каком. И давайте же его откроем. Но самое главное, ради чего я его купила, здесь, смотрите, очень удобная баночка. То есть эту баночку потом можно оставить и хранить в нем какао. Вот, кстати, недавно видела, есть еще цикорий в такой же баночке. Тоже думаю купить. И, наверное, вот увидите здесь, какао, он немножечко как будто не как песок прям такой совсем мелкий, как другие, а он как кофе мелкого помола. Ну, так, какие такие маленькие козявочки есть. Давайте откроем. Тут, конечно же, запечатано у нас все, как кофе прям запечатано. Так, хвостика что-то я не вижу. Хвостика нету. Так, здесь можно порисовать. А, люблю. Опа. Потом это все можно так оторвать. Ну вот видите, да, он такой. Ага, вот сфокусировалось, видите. Так, а сколько там было у нас добавлено ложек? Ложек здесь у нас. А, 2-3 столовые ложки даже. Ничего себе. А я приготовила чайную ложку. Ну, 2-3. Тогда давайте 6 ложек чайных добавлять. Хотя здесь у меня маленький стаканчик. Ну, добавлю. Посмотрим. 2, 3, 4. Добавлю 4, наверное, ложки. Добавляем. Еще немножко. Такой, смотрите, какой. А, давайте попробуем его. Попробуем сначала без этой. Да, вкус как какао, но такой дорогой какао, как будто. И, кстати, прям растворился вот этот прям во рту. Давайте мое теплое молочко. Будем добавлять и перемешивать. Опять молоко осталось у меня. Что ж такое? Пузырики какие.
Ну да, в принципе, кстати, приготовился сразу, чем другие напитки. Не помню, предыдущий какой был, но был подешевле немножко. Он прям оставался все равно белый, по-моему. Его отправлял в микроволновку, разогревал молоко, и только потом получался напиток. Не помню, его сверху сыпало или снизу. Тут вот он, пожалуйста. Еще банан туда хочется положить. Ну, немножечко остались не промешанные. Это, наверное, потому что молоко тепленькое. Если, конечно, молоко будет горячим, тогда он полностью промешается. И давайте я попробую. Не прям терпешь. Очень хочется. Конечно, все зависит от молока, какое молоко. Но это вкусно, реально. Это очень вкусно, похож на Несквик. Очень прям так похож, такой же сладенький, вкусный. То есть, в принципе, другие какао вот я пробовала. Они немножечко другие, они различаются все-таки. Здесь вот вкусный, мне понравился. Такой он ароматный, прям вот какао, молоко. Может быть, еще молоко само по себе ароматное. Молоко я использовала домик в деревне. Вот. Ну, вкусный, мне понравился. Ну, единственное, мне не понравилось то, что вот оно промешалось что-то плохо, но мне кажется, скорее всего, это молоко, потому что, ой, не молоко, ну да, молоко тепленькое, поэтому он промешался плохо, скорее всего, из-за этого. Теперь можно пить. Пачка открыта, а то она тоже стояла в очереди на обзор. Вот, и также расскажу маленький моментик. Первый раз и какао попробовал Несквик в школе, потом выпросил у мамы, мама купила, но я не увидела то, что они добавляют молоко туда. Почему-то я это не знала. Кстати, раз уже зашла тема, вот она, эта баночка, которая самая первая Несквик, которую мне мама купила. Ну, здесь, понятное дело, все по-английски написано, английский я на тот момент не знала. Вот. Ну, написано, конечно, milk, молоко. То есть это я тоже не знала. И мне казалось, что он делается просто на обычной воде. Я добавляла воду, но у меня вообще получалась какая-то фигня, и так не получалось. На тот момент я, помню, для себя сделала вывод, что то, что дают пробовать в магазинах, на улицах, вот в школу приезжают, то, что там делают одно, а в итоге ты покупаешь в упаковке совершенно другое. А потом, не знаю почему, каким-то образом я сделала с молоком, и мне очень понравилось. Но это относительно недавно. Ну вот он, да, видите, он все на английском. Хотя это у нас в России было. И баночка это у нас. А нет, я не тут. Ой, сзади написано. Просто у меня там лежит что-то. А вот, 97-й год. Вот оно написано. Сейчас поближе. О, 97-й год. 1.03.97. Вот такая у меня осталась баночка, раз уж зашла тема. Не знаю, думаю ее продать. Может быть, кто-то коллекционирует их еще. У меня в ней бисер был. Я сейчас там бисер перекладываю. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, как вы вообще пьете, что, может, что-то вы еще добавляете в какао, может быть, нет, банан добавляете или что-то еще, клубничку. Вот, обязательно пишите. Или, может быть, вы какао как-то используете по-другому, другое назначение. На торт, например, сыпите. Вот. Также смотрите наши ролики, влоги, как мы с сыночком живем, обзоры на технику. Вот, там много-много всего интересного в плейлистах. Посмотрите, и кулинария есть. И вот. И всем пока-пока.